Всем привет! Меня зовут Елена, мой канал по вязанию. Сегодня я вам покажу, как вязать берет. Буду вязать берет из вот такой пряжи. Это пух норки. В этом моточке 50 грамм, 350 метров. Каждому моточку дается вот такая катушечка. Я буду вязать в одну ниточку и в одну дополнительную нитку. Так вот соединю ниточки и буду вязать вот таким крючком номер 3,5 и номер 3. Резинку я буду вязать крючком номер 3. Для работы нам понадобится швейный метр и маркеры. Берет я буду вязать из пышных столбиков. Вяжу 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И соединяю петли в кружочек. Вытягиваю петельку и вяжу пышный столбик. Так вот, вытянула петлю, сделала накид. Вытянула вторую петлю, накид, третью, четвертую, пятую. Так вот, вытянула петлю и закрепила. Вяжу второй пышный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Я провязала 2 пышных столбика. Нужно провязать 6 пышных столбиков. Вяжу третий. Я провязала 5 пышных столбиков. Вяжу 6 пышный столбик. 2, 3, 4, 5. В конце ряда я вяжу воздушную петлю и соединяю между пышными столбиками. Вот так вот. В начале ряда я повесила маркер. Следующий ряд я буду вязать ниточкой синего цвета. В этом ряду нужно провязать 12 пышных столбиков. Так, вяжу. 1, 2, 3, 4, 5. Я связала пышный столбик. И рядышком вяжу второй пышный столбик. 3, 4, 5. Между пышными столбиками я также вяжу 2 пышных столбика. И так до конца ряда. Третий пышный столбик, рядышком вяжу четвертый. Я провязала 10 пышных столбиков, и мне еще нужно провязать 2 пышных столбика. И рядышком провязываю 12 пышный столбик. Воздушная петля и соединяю
между пышными столбиками и вешаю маркер в начале ряда. В каждом ряду мы будем делать прибавки. Сейчас я буду вязать первый пышный столбик, второй и третий рядышком, и так до конца ряда. Первый пышный столбик, второй и третий. В этом ряду должно быть 18 пышных столбиков. Вяжу пышный столбик. Провязала и рядышком, вот между пышными столбиками, вяжу 2 ряда пышных столбиков. Вот я провязала и прибавочку вяжу 3-й пышный столбик. Так, вяжем до конца ряда, делая прибавки. Вяжем первый, второй, третий, первый, второй, третий. Я провязала 18 пышных столбиков. В конце ряда вяжу воздушную петлю и соединяю между пышными столбиками. И вешаю маркер. В следующем ряду делаем также прибавки. Увеличиваем круг. Я буду вязать первый столбик, второй, третий, четвертый рядышком. Я провязала 2 столбика, теперь вяжу 3-й столбик и 4-й рядышком. И 4-й пышный столбик, это прибавка. И вяжем дальше. Первый столбик, второй, третий, четвертый. Первый, второй, третий, четвертый рядом. Так, вяжем до конца ряда. Смотрите, как ниточка распушилась. Такой красивый узор получается. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайк этому видео, пишите комментарии. Если что-то непонятно, я всем отвечу. Так, я провязала 2 пышных столбика. Вяжу 3-й, 4-й рядышком. Я довязываю до конца ряда, сделала последнюю прибавочку в этом ряду. В конце провязываю воздушную петлю и соединяю петли. Вот так вот должно получиться. Маркер снимаю пока. Красивый узор. В начале ряда повесила маркер и буду продолжать вязать
прибавки. Вяжем самостоятельно. И вот смотрите, какой получился круг. Я с прибавками провязала 25 сантиметров. Смотрите, вот прибавка, и с этой стороны прибавка. В этом секторе между прибавками у меня 10 пышных столбиков. И так в каждом секторе. Следующие два ряда я буду провязывать без прибавок. Я провязала два рядочка без прибавлений. Через каждые 10 пышных столбиков я развесила маркеры. В начале ряда повесила 2 маркера. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот вешаю маркер. Мы перед маркером будем делать убавление. Вот смотрите. Так, вот я развесила. Я после двух маркеров провязала пышные столбики. Итак, мы вяжем, не довязывая до маркера, 2 пышных столбика. Провязываю пышный столбик. Я пропускаю 2 пышных столбика и вяжу возле маркера пышный столбик. Вот я провязала убавление и вяжу дальше. Не довязывая 2 пышных столбика, потом делаю убавление, как в этом секторе. Я довязываю до маркера, пропускаю 2 пышных столбика и вяжу пышный столбик. Вот я сделала второе убавление. Так вяжем до конца ряда, делая убавление. После того, как я сделала убавление, я перевешиваю маркер. Потому что в следующем ряду еще буду, я также буду делать убавление во втором и в третьем ряду. Нужно провязать 3 ряда с убавлениями. Я продолжаю делать убавление перед маркером. Провязываю пышный столбик. Снимаю маркер. Я сделала убавление, пропустила пышный столбик, вяжу следующий пышный столбик. И вешаю маркер. Я в следующем ряду также буду перед маркером делать убавление. После того, как я убавила петли, маркеры я снимаю. Вот так вот получается. И со следующего ряда я начну вязать резинку рельефными столбиками.
Начинаю вязать резинку. Я добавила еще один моточек пряжи. Буду вязать две ниточки. Вяжу две воздушные петли и над пышным столбиком провязываю столбик. Между пышными столбиками вяжу. И так я вяжу столбики с накидом. Со второго ряда буду вязать рельефные столбики. Взяла крючок меньшего размера. Так вяжем до конца ряда. Я довязала до конца ряда, соединяю петли так вот с петлями подъема, вяжу 2 воздушные петли, провязываю лицевой рельефный столбик, изнаночный, лицевой. Изнаночный столбик с накидом. И так вяжу резинку. Я довязываю ряд рельефными столбиками. Так, вяжу лицевой столбик, соединяю с петлями подъема. В начале ряда вяжу 2 воздушные петли. И вяжу рельефные столбики, лицевой, изнаночный. Лицевой столбик провязываю с накидом, изнаночный. И вот смотрите, я довязала берет, он завесил 86 грамм, получился 28 сантиметров, и резинку я связала 7 сантиметров. Удачная моделька, хорошо сидит берет на голове. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Вяжите берет такой, как у меня, по моему мастер-классу. На этом все. Спасибо за просмотр. До новых встреч!